По поручению главы курорта Юрия Полякова сейчас дворовые территории освобождаются от нелегальных строений. Настоящая беда с самовольно размещенными гаражами. Один из таких примеров во дворе дома номер 2 по улице Чехова. На муниципальной земле без каких-либо разрешительных документов был установлен гаражный бокс. По решению межведомственной комиссии объект идет под снос. Муниципальный контроль и сотрудники ремстроя помогли владельцу в демонтаже. И такая судьба ждет все самовольные строения. Теперь же в этом дворе в рамках проекта формирования комфортной городской среды будет сделано благоустройство. Здесь предусматриваются парковки автомобилей, которых очень много сейчас у населения. Здесь детские площадки будут, бельевые, лавочки, ну, типа мини-скверы. Значит, деревья, которые, допустим, этому дому Чехова 2, допустим, сейчас мы находимся на этой территории. Есть деревья, которым где-то уже по 47 лет, которые стоят. То есть деревья, которые очень старые, их должны будет убрать. Взамен будут новые посажены, новые кустарники. То есть здесь к 20 декабря будет очень-очень красиво.